Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гагдропчик. У меня на бальке 48 397 рублей. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 26 кусков к балансу. Надеюсь, сегодня мне гагдропчик будет выдавать абсолютно так же. Я бы сказал, что можно еще лучше, но почти плюс 30 тысяч за один, мать его, видос. Это и так очень сильный результат. Ладно, полетели со старта. Охота за золотым карпом. 5 штучек на 10 тысяч. Ой, на 6500 рублей. Так, 1600, 1500 падает, 1600 еще. И эмка, ну нормально, 7000 рублей, плюс 500 рублей. Да, не бешеный плюс со старта, но ничего, самое главное видос начать в плюсе, даже в маленьком, ибо как ролик начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят погнать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% депозита. Депать можно абсолютно со всего, с кибаса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый задепозитенный рубль вам дают один бонус в рыбалке, вы вот здесь можете нажать кнопку ловить и обменять свои баллы, ну вообще снасти это называется, на рандомный скинчик. Мне упало плюс 150% в первый раз, когда я пробовал эту обнову, потом плюс 12%, а к пополнению падало, плюс 47, плюс 58, плюс 128%. Короче, я думаю, здесь вот эти вот снасти работают так же, как и SP-поинты в прошлом, то есть в среднем выдают где-то от 30 до 70% к пополнению. Но пока только вышла эта обнова, есть ощущение, что она выдает лучше, потому что мне уже из 5 раз 2 раза упало больше 100% к пополнению, то есть я сразу удвоил свой баланс. Еще у них есть гонка, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. А барбан бонусов. Первый раз крутите, если просто регайте по моей ссылочке в описании под видео, второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь всю халяву тоже можете забирать. Так, и полетели дальше открывать кейсики. На балике уже почти 49 тысяч рублей, и я предлагаю сейчас открыть мегалодона 5 штучек на 10 тысяч рублей. А когда этот кейс только вышел, вначале он меня бесил, потому что часто меня сливал. Но сейчас, в последнее время, последний ролика 2, он мне начал выдавать. Но именно в данном открытии он выдает дерьмо. Ладно, давайте еще 5 штук попробуем. Это продадим и откроем еще 5 штук. Так, 1800, дальше, так, императрица 3300, отлично, 1129 и последние 2150, ну все равно слабовато. Так, 1073, 1500, 1400, ну ни одного окуп мне, но один окуп есть, 2500. Ладно, мегалодон явно мне сегодня не собирается выдавать. Давайте попробуем тогда какой-нибудь взрывной. Вот, последние ролики меня этот кейс сливал, ну последние роликов вот, если не брать предыдущий, последние роликов 10. Но вот в прошлом ролике как раз он мне начал выдавать. И как будто бы можно 5 штучек на 16 тысяч рублей. Так, а глок водяной 200, дальше 831. Ну ты правда? Ну какие 700-800 рублей? У меня кейс стоит 3000, ну 3000 рублей одно открытие. Еще 5 штук на 16 тысяч. Ну начало просто ужас. Так, 5500, ладно, 1700, дальше 2600, 1400 и F7 3200. Так, ладно, давайте продадим и еще 5 штук попробуем. Так, 2200, 4800, 3100. Да не, ну я не знаю, ну что с этим кейсом не так? Ну почему? Ну, блядь, ну почему так плохо-то он выдает? Я не понимаю. Ладно, на балике почти... Ага, почти 37 тысяч на балике. Давайте магически посмотрим, как нам сегодня мистери кейсы выдают. Покрутим его. 8 тысяч... Вот, вот. Хоть магически меня порадовал. 8515, хорошо. Давай, может, еще один такой окуп? Ну ладно, я уже обнаглел. А, давайте апгрейдик до 3000 рублей. Попробуем камбэкнуть все, что просрали в последнем открытии магического кейса. 32%, но вероятность хорошая. Ну, апгрейд мы проигрываем, к сожалению. Так, ладно, мегалодон, даю тебе еще одну попытку. 5 штук на 10 тысяч. Давай, надо выдавать. Так, 4400 со старта. 2000, неплохо. 2000, императрица 3300 и последняя 200. Ну, вот, 14 тысяч, наконец-таки. Давайте еще 5 штук. Так, глок водяной. Так, 1200. Ну, ну давай, ну вот сейчас окупи, ну что-нибудь дай жесткое. Ну, нет. Так, ладно, попробуем тогда сделать контрактик. Иногда контракты на гагдропе очень хорошо выдают. Вот такой вот, надо в идеале на 1010, чтобы мы хотя бы откомбечили все, что просрали на 5 кейсов мегалодона. 12 тысяч рублей, нож с лезвием крюком, сажа. Вот, вот, контрактик меня сегодня радует, неплохо. Так, и у нас открыли все бесплатки, давайте с них заберем халяву. Тут, если что, пацаны, бесплатные кейсы открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. И мне с элитного падает императорский дракон, ну вроде неплохо, сколько он. 1900. Ну, ну, для элитного так себе, на самом деле, можно было бы лучше. Давайте теперь платину. Так, с платинового падает дигл механа пушка, но если прямо завода, то будет нормас стоить, если не, ну, 1100. Не, ну, элитные платиновые сегодня так себе выдали. Обычно выдают просто лучше. Золотой F7 выдает за 566. Ну, ладно, зато мы уже на балике апнули полтинник. В принципе, неплохо, хоть и бесплатки ничего жесткого не выдали, но мы хотя бы в плюсе, меня это уже радует. Потому что мы вначале очень много просрали в этом взрывном кейсе. Так, каменные и ржавые остались. Так, 43 рубля и последний ржавый.
Так, ладно, давайте попробуем. Мы же с охоты за золотым карпом начали. Он меня хорошо... на 500 рублей я купил. Не то, что прям бешеный плюс, но купил. Давайте еще 5 штук на 6500 попробуем. Так, но падает нам, к сожалению, только дерьмо. Вообще ни одного окупа. Из 5 открытий 0 окупов. Ну что это такое-то, я не понимаю. Еще 5 штук. Так, 1200, дальше 458, 529. Может, второй игрок будет дорогим? Ну не, 5700, еще 5 штук. Не выдает он жестко, к сожалению. 5800. Контракт уже выдал. Мне кажется, второй раз подряд он точно не выдаст. Давайте лучше продадим. На балике почти 48 тысяч рублей. И я хочу сейчас попробовать какую-нибудь вагбан карточку вот сюда. 6300, вот, неплохо, 6300, это хорошо. Так, полтинник наш мы вернули, отлично. И я хочу, я, конечно, вообще, наверное, не учусь на своих ошибках, но еще раз взрывной, 3 штуки на 9600. Так, 2500, дальше 2700, да не, не, 7300, ладно, 12700 он выдал. Это мы даже в плюсе с этого кейса, а это очень странно, я с этого кейса обычно только сливаться привык. Так, хорошо, а если попробовать какой-нибудь черно-белый, одну штучку за 10 тысяч? Глок Франклин, если прямо с завода стоит дорого, но мне кажется, 4800, давайте еще один. Есть поток информации. Опять же, если прямо с завода, то... какие 4700, мужик, ты можешь меня купить, хоть с третьего открытия, пожалуйста. Дигл, поток информации, сколько ты стоишь? Охренеть, ты реально меня просто будешь сливать подряд? Дигл Гипноз, 13. Темный век, сколько? 9400, еще один. Опять темный. Калаш Вулкан! Это совсем... 17 тысяч, совсем другое дело. Так, ладно, 47 тысяч мы каким-то чудом камбэкнули. Меня этот кейс мог вообще в ноль просто уйти, я бы весь балик послил. Давайте на живой одну... Балик большой, как будто могу себе позволить одну штучку на 18 тысяч рублей. Как будто и могу позволить, и в принципе надо. Давай. Что за ультрафиолеточковые ножи? Ты на приколе, что ли? Я не понимаю. Апгрейд до 24 тысяч. Пытаемся сделать X2. Полетели. 42%. Мы, кажется, проиграли. Мы еще и апгрейд проигрываем. Что за бред-то? Я не понимаю. Еще один ножевой открываем. Давай, хоть сейчас порадуй меня. Выдай нормально что-то. Я тебя прошу, пожалуйста. Какая наваха? Апгрейды 20 тысяч. Не можем же мы два апгрейда подряд проиграть. Да, можем спокойно. Кто сказал, что не можем? Можем! Можно и 10 апгрейдов подряд проиграть. Как можно так тупо слить весь баланс? Я не понимаю. Я дебил, в принципе, что тут удивляться. Так, 16 тысяч выдал. Давай до 32. Вот сейчас дай мне X2, пожалуйста. Вроде сейчас выигрываем. Слава тебе, господи. Так, ладно, 32 тысячи каким-то чудом с 10 тысяч камбэкнули. Абсолютное чудо, контракты апгрейд мне наконец-то выдали. Давай на живой, ты мне так и не выдал еще одну штуку. Давай, пожалуйста. Так, нож будет чистая вода, отлично. Ты же дорогой, сколько ты стоишь? Ты дорого стоишь, да? Да, 20 тысяч, отлично, еще один. Вот еще разочек, можешь меня купить, чтобы я в плюс? Я просто хочу в плюс выйти или хотя бы свой балик вернуть. Фальш он сажа, это просто ужас. 26 тысяч, давай. Давай, пожалуйста, стой. Вот сейчас стой, пожалуйста. Ну 17 тысяч опять. Мегалодон 5 штук плюс контракт у нас окупает. Я не знаю, уже я начинаю дичь какую-то творить полную. До 20 тысяч вот такой вот апгрейдик полетели. 26%. Короче, ладно, мужики, давайте заканчивать. Оставлю хотя бы 7200 рублей себе на next ролик. Но я не знаю, зачем я начал это делать. Вот эти апгрейды, когда их делаешь бездумно, они ни к чему хорошему не приводят. Я тупую ошибку совершил. Ладно, мужики. В следующем ролике, я думаю, от камбэка. В любом случае, нас гагдропчик хорошо окупал. Тут я сам виноват. В следующем видосе будем все камбэкать. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, главное, не как я, а все-таки немножко включая голову и не рискуя как дебил, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про рыбалку, гонку, барван бонусов, бонусы, халява на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика, хоть я и видосе все слил, но зато пооткрывали много дорогих кейсов, поделали бешеные апгрейды, и чтобы меня просто поддержать, можно и лайк, и подписку, и комментарий оформить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.